Итак, ребят, девчат, сделаем забытый Наполеон. Делается вообще в секунды, в минуты. Обязательно привлекайте детей. Итак, что же нам понадобится? Тесто у меня слоеное, бездрожжевое тесто. Почему бездрожжевое? Потому что сахара хватит в креме достаточно. Итак, минут 20 держим в духовочке. Вот смотрите, как сейчас хорошо. Будут отслаиваться вот этот вот слой, вот он верхний. Вот, это будет наша крошка. То есть мы снимаем всю эту крошку и кладем в отдельную емкость. Также можно с дна тоже снять вот эту вот крошечку. Вот она, все, которая отходит. Все снимаем с обеих коржей. Итак, вот такая вот воздушная крошка. Все, убираем ее в тарелочку. Так, чтобы сделать крем, делаю на масле. Пачка масла должна быть комнатной температуры, так же, как и банка сгущенки. Они прям вот с утра, либо с вечера прямо выложите, чтобы они были абсолютно одинаковой температуры, иначе крем не получится. Так, смешиваем ингредиенты. Так, добавляю еще сгущеночки. Сын сказал мне: «Мам!» Вот таким голосом: «Мам! Сделай крема больше». Пошла сгущеночка. Какая-то густая, прям густущая, вообще густущая. Так, что делаю? Крема больше. Вы знаете, почему решила сделать Наполеон? Муж ходит, доедает поломанные тарталетки. Сгущенку в тарталетку вломанную выжимает и ест. Господи, оголодали. Все отправляю сначала на перемешивание, а потом и на взбивание. Итак, пока взбивается крем, разделяем наше тесто желательно на три части. Вот желательно. Ну, первый слой у меня на две части, а вот вторая пластина у меня прекрасно разделилась на три части. Чем больше слоев, тем лучше будет. Так что делим и откладываем пока все в стороночку. А крем продолжает взбиваться. Вкуснейшая масса готова. Она сейчас жидкая. Я хотела убрать в холодильник. Нет, не буду. Сейчас буду сразу пропитывать, а потом уже уберу в холодильник. Итак, каждую, вот пока работала миксер, я видели тесто разобрала на запчасти, то есть делим. Лучше на три части, одну пластину, так будет лучше. Ну и промазываем кремом. Можно просыпать орешками для калорийности, да? Можно и не просыпать орешками, и так будет вкусно. Итак, промазали, кладем следующий слой. Итак, каждый слой. Такой тортик лучше, чтобы постоял ночь. Но я думаю, что он не достоит ночи, это однозначно. Так что, девочки, бежим за тестом. Выкладываем масло, выкладываем сгущенку и делаем Наполеон. Крема у меня, в принципе, получилось много. Я прям по целой вот уже ложечки так вот кладу. Прям по целой ложечке. Даже еще с запасиком. Так, остатки сладкие. Все покрыли. Далее, вот смотрите, у меня немножко крем потекает. Почему? Потому что я добавила сгущенки больше, чем надо. Поэтому потекает. Сейчас я уберу ненадолго в холодильник, чтобы крем схватился. А потом будем обсыпать с вами края. Итак, пришло время обсыпки. Ну что, делаем вот так. Абсолютно со всех сторон обсыпаем крошкой. Ну, кто еще не пробовал такой Наполеон? Обязательно сделайте. Вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас делайте. И скидывайте результаты в комментарии. Вот со всех сторон, все бока. Прям вот так, да. Прям вот так. Обсыпаем.
Теперь можно переложить на чистую тарелочку. Все. Вот такая вот красота. В общем, я лопатку обрезала. Очень вкусно. Отправляем в холодильник. Ну, проверим разрез. Итак. Режем. Вот он. Сейчас увидите все слои. Вот они, вот они, вот они. Вот это красота. Вот это красота.